Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Икарус. Вновь мы пытаемся добраться до зимнего биома. В этот раз я немножко уже закончил подготовку. Выяснил, что если выйти из миссии, то есть на выбор персонажа и вернуться обратно, то в этом случае игра будет при вылете игры начинаться с места сохранения последнего. Кабы знать бы, что это так раньше. Сколько бы нервов можно было бы сэкономить. Но это все мелочи. Нам сегодня предстоит накопить немного руды, сделать технологичный верстак, скрафтить себе какой-никакой сет защиты, да? Сет, как он там, охотничий сет называется. Да, вот этот охотничий сет, и отправиться на исследование. Ну что ж, погнали. У нас там где-то шляется мишка, и нам туда же нужно идти за рудой. Это не очень круто, но... надеюсь, с мишкой мы плюс-минус справимся. Как говорится, надежда умирает последней. Главное, чтобы до нас кто-нибудь еще не докопался. До того, как мы будем справляться с мишкой. Кстати, о мишках. Нам нужно прежде чем идти. Так. Охотиться на мишек и на руду. Нам бы не мешало, на самом деле, разжиться кусочком серы. Кстати, еще такой вопрос. Ну, не вопрос, а интересно. С той стороны где-нибудь руда у нас есть? Вдруг там есть где-то? И, как вариант, ей там разжиться. Потому как бодаться с мишкой мне меньше хочется... чем просто... да блин, надо переключиться на обычные стрелы. Как бы с них просто тратить костяные стрелы на шерстяных и на обычных оленей не очень хочется. Так. Почему я тут всех их плюс-минус отстреливаю? Нам плюс-минус сера. Ягодки. Кстати, там что у нас по еде? Это надо скушать. Так, о чем я? Что-то мысль от меня ушла, пока я отвлекся на серу. Ах да, нам кожа со всяких там оленей и прочих пригодится на крафт сета нашего. Охотничьего. Просто с ним точно будет проще истреблять медведей и вообще охотиться. Да. Так. Так, давай восстанавливайся, выносливость. Просто потому что... ну... в нем мы будем сильно менее заметны. Потому как... сейчас нас животные видят просто за какие-то километры. Кто там? Так. Надо, наверное, нож починить, а то в самый неподходящий момент он у нас испоганится. Сера нам нужна будет на факелы, чтобы освещать пещеру. Вот видите, то есть... да я не хотел стрелять. Так, немножко каменных стрел надо поднаделать. Да, с шерстяными плюс-минус, с такими обыкновенными у нас, в общем-то, разговор налажен. И... больших проблем не вызывает.
Так, ну что? У нас где-то тут есть пещера или нет? Так, что у нас по карте? А почему карта не открывается? О, открылась. Только хотел начать возмущаться, как все починилось. Кстати, нам нужно плюс-минус сварганить хотя бы такой факел, да? Чтобы как-то... Хотя бы зайти, ну, зайти изначально в пещеру. Здорово, шерстяной. Ну, на самом деле, могли бы хоть как-то подсвечивать вот этих шерстяных, которых мы валим. Потому что вот зачастую найти свою жертву, которую ты подстрелил... ладно, беги по своим делам. Да что вы такие, блин, трусливые? Пещеру бы нам, пещеру. Да ёб твою... Сука, напугал, блин. Я ж прям вздрогнул. Шерстяная скотина, блин. Так, сожрать. Угу, пещера. Пещера где? Пещера тут. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Так, что у нас тут? У нас есть уголь. Так, ладно. Ну-ка, у нас камешки немножко там остались. Нормально. Так, ну какой-никакой тут уголь найдем. Да. Уголь нам пригодится, доставим. Да чтоб тебя, ну-ка. Парочку давайте создадим. Чем заправить, ладно, говном заправим. То ни херашенько не видно. Оно, правда, горит быстро. Но тут пещера вроде как небольшая, наверное, нам хватит. Да, конечно же, после титановой кирки ковырять всякое обыкновенную кирку, это, конечно, так, забрать, переставить чуть подальше. Да, блин, хорошему надо все-таки набить всякого говна. Тем по-хорошему неохота. Конечно, можно было бы, наверное, выйти в какие-нибудь технологии высокие, но не очень. Хочется сильно заморачиваться, хотя какой-никакой огнестрел нам, наверное, бы помог бы здесь очень даже ничего-то. Ладно, я сейчас тут нафармлю и вернусь, потому что тратить время на то, что я тут буду фармить, ну, как бы смысла, наверное, никакого. Я тут, значит, нафармил себе всякого, и стоило мне чуть-чуть, ну, тут, естественно, подхватил пневмонию, и отвлекшись, и случайно нажал съесть сырое мясо. В итоге, как можете заметить, пришел волчишка, и с этой заразой такой я не смог справиться. Потому что... Так, это тоже уничтожить. У меня элементарно просто не было от слова совсем выносливости. Что очень, как бы, бесит. Ну да ладно. Как говорится, бывает всякое. Так. Блин, вот столько всего нужного. Ладно, вот это вот менее нужное. Мясо, может быть, просто пригодится. Тут еще, я думаю, надо уголь отколупать и идти в освояси. Да, конечно же, когда просто вот два дебафа складываются, у меня, то есть суть в чем, вот даже чтобы ударить киркой, выносливости не было. И меня волк просто загрыз. Вернее, как... тут вот видели труп одного волка, то есть я его... Выстрел из лука сделать можно было. Ну, то есть один выстрел. Ого, сколько угля. Один выстрел. Так, а хватит мне грузоподъемности? Ну, плюс-минус, ладно. С перегрузом дойдем.
То есть выстрел делаешь, и ты отдыхаешь. Ну и, естественно, там подбежал еще один волк, и меня благополучно загрыз. Печально. Уровень прокачанный слился. Так, о, у нас даже достаточно много грузоподъемности. Я думал, не хватит. Ну да ладно. Так, стоп, где мы живем? Где-то тут мы, по-моему, живем. Да? По-моему, да. Надо все добытое отнести до дому, до хата. Так, скушать. Это я вроде скушал. Нормально. Правильно же бежим? Вроде правильно. Конечно же, вот такие моменты раздражают. И, как назло, антибиотика у меня тоже не было. Не антибиотика, хотя не, какой антибиотик. Это, да, это антибиотик нужен, то есть это надо по-хорошему изучить. А, еще один талант. На антибиотики. Такое впечатление, что они пригодятся. Так. Несемся до дома. Кстати, а у меня вообще все вернулось? Да, вроде бы все вернулось. Кислородные баллоны и бурдюки — это просто прекрасное изобретение. Да, то есть вот как бы стакать дебафы или с ними куда-то ходить вообще нельзя. Так, места у меня нет, ладно, потом дорубим. Надо будет сейчас всякого наготовить, наделать. Так. Да, то есть дом у меня теперь с предбанником. Это для чего? Чтобы, если я забуду закрыть дверь, то мои тут диалоги не развалились. Как это уже бывало. Так. Туда закидываем это. Сюда закидываем вот это мяско. Пускай дальше тушится. Тушу я мяско зачем? Нам нужны вот тушеное мяско так активировать. Так, здоровье вроде полное. Так, ты иди сюда. Хотя нам столько даже и не нужно еды, но пусть будет на случай того, если придется сражаться со всякими там медведями или еще кем-то. Так, ах да, это не здесь. Это здесь все-таки. Зря я отсюда достал. Так, стоп, куда я дел тушеное мясо? Я его сюда, что ли, все-таки выложил? Да, сюда я его выложил зря. Отсюда нам нужно достать уголька. И сюда все это сложить. А, нет, это из серы делается, не из угля. Так, максимум создать. Так, теперь это сюда забираем. Кусочек серы сюда до сотки закинем. Сюда закинем серу, пускай лежит. Так, и сварим себе настойку против отравления. Но это на случай того, если мы полезем в пещеру, чтобы нам не слишком погано было. Так, сюда нам закинуть всякое такое. И надо нарубить дерево, потому что уголь... Зачем мне уголь понадобится? Уголь мне понадобится, чтобы потом делать сталь. Ладно, ты пока что топись на каком-нибудь говне. Какое у нас говно есть? Что ли, все говно выкинул? Ну вот на этом говне топись. Пока что... Так, золото и медную руду я выложу. Так, медную можно сюда выложить, пускай плавится, потому что медная руда нам никуда не понадобится. А вот золотая руда нам может пригодиться, хотя она нужна только на композит. До композита, я думаю, мы не дойдем. Но я ее все-таки отложу в уголок, чтобы никто не уволок. Так, надо все разложить по-человечески. Так, сотку костей мы сюда закинем. Ремесло.
накрафтим максимум себе стрел. Сколько? 28? Нормально. То есть это полезные стрелы. Ими нормально будет отстреливаться от вражин. Так, ты иди сюда, ты иди сюда. Да, блин, вот ты вообще не в тему, да, дождь? Ну, дождь это не самое страшное, что может быть. Так, уголь положим сюда. Тебя положим сюда на случай ядерной войны. Выложим кожу сюда. Так, сколько у нас? Время еще не слишком много. Ну, пойдемте немножко порубим деревьев. Да. Логовас из меня так себе. Ну, когда как на самом деле. Раз на раз не приходится. Так, даже не отравился, да? Так, ты до дома не достанешь? Не достанешь. Значит, мы тебя срубим. Так, ладно, я сейчас пока что наготовлю дерево и опять вернусь к вам. Я нарубил дровишек, закинул сюда. У нас появляется 40 слитков. К сожалению, это не так много, как нам хотелось бы. Но на это мы можем себе создать наковальню, которая нам в будущем пригодится. На которой мы будем, как это ни странно, ковать всякое. А именно гвозди. Так, наковальню мы пристроим. Да куда-нибудь сюда можно прям пристроить вот так. Я надеюсь, что ничего из этого плохого не выйдет. Вроде ничего не ломается, да? Так, здесь мы умеем делать всякое. Ну как, в будущем умеем, да? Пока что не умеем ни хрена. Наша цель в следующем. Вот в этом. Нам нужно 10 эбоксидной смолы. Для этого нам нужно... А у нас костей 0,1, да? Древесный сок можем наделать. Можем из серы и этого сделать эпоксидку. Но пока так горячиться мы не будем, потому что нам еще нужно будет находить и накопить железо. Да? А железо нам нужно будет... Где он наш? Верстак технологичный. 40 слитков. Это 80 железа. Железной руды. И 12 гвоздей. Это 12 слитков. Соответственно, 24 слитка. То есть 104 там, 110 нам нужно железной руды. Ну, у нас кое-что есть уже, да? 13. То есть нам минимум, в любом случае, где-то в районе 80 еще руды надо добыть. В той дальней пещере, там гарантированно у нас это есть. Но там ходит медведь. Вопрос открытый, хочу ли я туда идти. Но хочу я туда идти или не хочу. Вопрос 10. У нас до вечера осталось немного времени. Так, там всякие козы прыгают. Я вон там вижу, по-моему, серу. Нам нужно немножко побольше наколупать серы. Сера у нас пойдет на покемон, потому что два факела нам, ну, конечно же, можно их переставлять, но лучше иметь чуть больше. Просто чтобы комфортнее было перемещаться по пещере. Слышал лайфхак, типа убрать тень на минимум, но мне кажется, это не очень прикольно. Хотя, наверное, эффективно. Так, что у нас тут никого? Сейчас какие-нибудь шерстяные на нас нападут. Они, как говорится, умеют. Откуда тут дерево? Сваренное, я вроде бы деревьев тут не валил. Так, ну, давайте отколупаем просто, чтобы было. Я думаю, пригодится. Там у нас, в принципе, запас кислорода достаточный, на самом деле. Но про запас. Так. Отколупали. Кого-то вот слышу, а кого и где не пойму. Так, эта фигня в будущем нам тоже пригодится. Отколупаем просто за компанию.
В общем, у нас сейчас наступит ночь, там все равно как бы надо будет поспать, а потом уже на свежую голову выберемся за очередной порцией руды. Так, ладно, запомни. Так, что произошло? Что ж ты сразу так пугаешь? Запомним, что у нас тут есть запас. Хотя давайте до полточка добьем еще одну руду, отлупаем. Просто чтобы было. Да, конечно же, на квестовых заданиях, то есть на сюжетных, опыт идет просто в добрый путь. Но, да блин, не хочу я рубить дерево. Нет? Ай, зараза. Ладно, будет у нас дерево. Вот мне кажется, пойдется. Ни хера себе. Отклопнули. Ладно, давайте срубим, как говорится, раз уж оно нарвалось на неприятности. Ой, честно говоря, не знаю. Вот мне кажется, опять же, зазря я тут пытаюсь развиться. Но, с другой стороны, качаем уровень. Никуда не торопимся. Ну, просто я думаю, что с охотничьим сетом будет попроще реально там и обойти, если что, хищников, и выжить, чтобы не так сильно звезды выписывали. Да и в целом, то есть, если мы собираемся в зимний биом, так, ладно, тебе не полезу за тобой, то, я думаю, просто там будет попроще передвигаться, потому что, ну, зимой явно холодно. А когда я это рубил, по-моему, я это не рубил. И это, я, кажется, не рубил. Откуда это здесь все? Ладно, если не лежит, то отлупаем. Миша, давай притворимся, что я тебя не вижу, и ты меня тоже. Кстати, блин, пошел за серой, а набрал всего, кроме серы. Это, блин, как-то немножко неловко получилось. Так, кстати, вот плохо, что жилы не восстанавливаются при перезаходе в игру. То есть, если бы постоянной базе она ресается, то тут она что-то как-то не ресается. Так, уголь. Что-то каменного угля прям с запасом валяется. То есть прям хоть попьем. Так, починить. Так. Ладно, что, я сейчас тут доколупаю этот уголь. И мы отправимся поспать. И, как говорится, на свежую голову займемся всяким. Потому что что-то я как-то... Кролик. Заберем в карман кролика и пойдем поспим, потому что шастать ночью нет никакого желания. А кролика я в карман положил зачем? Затем, что у нас есть верстак. На нем мы можем кролика разобрать на запчасти, и у нас будет довольно много запчастей. Побысь. Так, даже все не влазит. Дожили. Так, ладно. Сюда. Забрать. Сюда часть мяски положить. Пускай тушится. Ну что ж, давайте поспим. Вернусь, когда проснемся. Я проснулся. Давайте тут что? Мяско у нас лежит. Деактивировать. Давайте соточку сюда закинем. Закинем сюда соточку. Дерево. Ну, блин, угля нам столько... А стоп, он, наверное, там уже все переплавил, да? Деактивировать. Чтобы не жег зазря. Так, у нас 13 слитков уже имеет. Ладно, пускай тут лежит. Медный слиток мы пока ставим в покое. Так, тут у нас уже тоже запас имеется. Вот этот кусочек сюда положим. Уголь выложим... Сюда просто нам столько не надо. Ой, кожа тоже как бы дам. А на куда я костей хотел себе приладить? Так, единственное, что здесь надо нам, наверное, поменять кислород. Не сильно надо, но мы это сделаем. Так, сюда докинуть кислорода. Это нам надо уничтожить, нам это не требуется. Так, собственно, ради чего все это задевалось? Кусочек серы у нас есть. Я ж его не отсюда, да, не отсюда достал. Ремесло. Факела. Так, ты иди сюда. Факелов таких нам... Сколько можем сделать? Максимум 5. Ну, значит, столько и сделаем. Ну, я думаю, этого количества нам плюс-минус там для перемещения хватит. Так, это все сюда пока временно выложим. Камень тоже выложим.
Есть что себе найдем новый. Так, мех нам тоже не нужен. Так, ты сюда. А, да, я хотел. Стоп, что, куда я выложил? Что-то, по-моему, где-то что-то лишнее выложил. Да, ты. Так, вот этого сколько можем сделать? Не густо, да? Но сколько можем. Так, эпоксидная смола максимум 2, вообще не густо. Ладно, в крайнем случае мы наварим вот так. В крайнем случае. Так, что мне еще с собой нужно? Мне столько вот этой ерунды с собой не надо, ну, плюс мы сейчас еще нарвем. А веревки нам в будущем пригодятся создать. Так, палочки. Палочек нам тоже столько не нужно, даже там на всякие нужды. Так, кислород. Снаряжение. Вроде бы, ну, не знаю, пора выдвигаться, и так уже тут вот задержались. Ладно, ты здесь лежи вместо ящика. Пойдемте попытаемся дойти до той пещеры. Так. Здесь мы возьмем хорошие стрелы, потому что там есть шанс нам повстречать косолапого. Так. Даже не отравились, хорошо. Так, мишеня. Давай мы разойдемся краями. Я просто пройду до... Нет, не пройду, да? Там просто сейчас еще черви будут, которых надо будет вынести. Так, ладно. Не залезли и начинать не стоит. Так, бизон, пес с тобой. Ты мне не нужен. Вот кусочек серы я отхлопну, пожалуй. Так, все, я думаю, хватит. Где-то здесь у нас пещера должна быть. Так, пещера. Че я тут аккуратничаю? Тут просто сейчас вылезут засранцы, которым я не буду рад. Че, нет вас, что ли? До свидания. Ну, нормально получилось. Капец, блин. Вот затемнение от пещеры, конечно, просто жесть. Так, ладно. Давайте добывать то, что нам надо. И, как говорится, валить отсюда нахрен. Хорошему нам бы... Да. Так, все, отколупнул. Так, ты кто такой, ты титан? Ну, до титана нам как-то докитает задним ходом. Поэтому суетить за него мы не будем. Хотя, конечно же, сделать композитный лук было бы приятно. Ну, и титановую кирку, там прочие вещи. Все рядом. Это хорошо. Как говорится, почти уровень откачали. Только бы не сглазить этот момент. И будет неплохо, да? Так. Вот здесь нам надо будет поставить, пожалуй, еще один факел. Вот так вот. Угу. Так, вижу медь, вижу всякое. Так, нет, там мы отклопнуть не сможем. Хоть и очень хочется. Так, нам железные руды. Не, ну надо запас взять, потому что в идеале, конечно, что-нибудь стальное себе намутить. Хотя, чтобы сделать сталь, нам, по-моему, там понадобится какая-то ерунда еще, да? Не помню точно какая. Так, черви, вы как? Себя в руках держите? Так. Ладно, я сейчас докупаю здесь руду и к вам вернусь. Ну что же, я кое-что нафармил по руде, практически перевес. Выходить отсюда с перевесом я не хочу. Поэтому пойдем с тем, что есть. Просто есть шанс нарваться на медведя. А сражаться с ним или убегать от него с перевесом, ну, не хочется от слова совсем. Плюс у нас пневмония, выносливость снижена. И, кстати говоря, нюанс. Тут был ветер. Надеюсь, наша хатка не разлетелась к чертям. И наши вещи...
Так, очень похоже на медведя или хрен его знает на кого. Так, ты нам пригодишься. Пойдем с нами. Да блин, перегруз, ладно. Никого нет. Так, ладно, давайте быстренько постараемся уйти с добычей. Оглядываемся по сторонам, потому что отхватить можем как нехрен делать. Так, на гипхатка вроде бы цела, но что-то мне подсказывает, что ее надо починить. Так, давай, 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 чуть-чуть осталось. Так, разобрать. Сюда выложить. Давайте полтишок оставим на случай, если мы сможем сделать что-то стальное. Пока что не будем торопиться с выводами, да? Так, активировать. Скушать. Сюда кусочек выложим. Отсюда заберем всякое. Тут дожарим. Угу. Так, медь. Медь. Золото еще немножко отклопнули. У нас серы оказалось больше, чем, в принципе, рассчитывали, но это неплохо. Так, снаряжение давайте поменяем. Просто чтобы было, да? Набирай кислорода, легкие, дорогой мой человек. Так, золотая руда. Давай, тут отдыхай, ты. Серый, сюда положим. Максимум создать. Так, тебя сюда закинуть. Что расскажешь? Так, кстати говоря, надо соорудить. Что не хватает? Камней не хватает, да? Ремонтный. Просто проверить, все ли у нас хорошо. Так, камни у нас кусочки есть тут. Ремонтный молоток. Ага. Так, починить. Это тоже починить просто, чтобы было. Потому как остаться без лука не хотелось бы. Ну-ка, что расскажешь? Ну, такое впечатление, что ветер не повредил нашу хатку. Это хорошо. Так, что расскажешь? 20 штук. Нам нужно на технологичный верстак 12 железных гвоздей. Это означает, что ты иди сюда. Разделить. Мне кажется, это вот так должно выглядеть. Так, стой, где ты? Иди сюда. Так, железный гвоздь. Если делаем одну штуку. Стоп, 12? Нет, стоп, это не... Или 120? Я что-то... Ах, так, 120 железных гвоздей. Блин, нахрена столько? Так, 2,20, да? То есть получается максимум 9 штук. Давай, делай. Тут, по-моему, одного не хватает, да? Как это получилось? Ладно, сейчас доделай, посмотрим, что из этого выйдет. Так, тут мы сейчас еще разделим, если вдруг нужен будет еще один свиток. Так, ты иди сюда. Блин, реально одного не хватило. Как так? Я что, 12 брал? Или 1 брал? Фигня какая-то. Так, гвозди загружаем сюда. Нам остается 10 эпоксидной смолы, что пока что для нас именно наибольшая проблема во всем этом. Так, 4. Древесный сок. Сколько на 6? 24 древесных сока, по-моему, нам надо, да? 24. Создать. Ну, у нас есть кое-что. 6 штук создать. Так, иди сюда. Сюда выкладываем, да. И нам осталось 40 слитков заполучить. Практически готово, плюс-минус. Захалось. Пойдемте пока посмотрим кого-нибудь. Кстати, да, надо не забывать. Да, то есть прокачанные луки позволяют довольно эффективно стрелять. Мы ее с собой унесем. Дома мы ее гораздо эффективнее разделаем и получим гораздо больше ништяков. Так, создать. Пойдемте обратно охотиться. Что у нас, кстати, по воде там плюс-минус. Ну, глотнуть разочек можно. Блин, отправился. Надо противоядие себе сделать. Не противоядие, а антибиотик. Это же антибиотик или это отравление? Дизентерия, выпив воду, хватит кишечную инфекцию. Пищу повышать. Не, инфекция это не то. Стой. Дай. Так, там что, лучше где-то? Так. Когда шерстяные нужны, их, блин, нет. Как только шерстяные нужны не будут. Так. О, вот она. Вот подвешивает видимость, конечно же. То есть вот как бы убитая добыча видна очень погано, очень. Так. Я надеюсь, как бы там... Ой. Что-то мы не то сделали. Так. Разделать. Скушать. Забрать все. О, шерстяные. Ну, не знаю, пускай жарят, пускай будет, как говорится. Так, там где-то, блин, скотина-медведь. Бесячая тварь. Ладно, мы со скотиной-медведей, в принципе, сейчас пообщаемся. Чуть позже, или чуть час. Так, Миша, ты где ревешь? Давай мы с тобой как бы заранее пообщаемся.
Так, это кто? Это шерстяной. Ага. Так. Где мой шерстяной? Пойдем со мной. Я тебе покажу кое-что интересное. Вот, блин, ни хрена непонятно, где он там надрывается, тварь такая. Так, разделать. Миша. Прям хоть бинокль делай. Насколько классная идея с Мишей драться. Так, ладно. Да хорош килкам мне показывать. Будем как бы, ну... Шерстяных просто... По одному выносить и уносить к себе на всякое. Да как-то мисклик получается. Так, пускай разделывается. Мне, вообще, мне кажется, там у нас уже готово все для создания верстака. Но мне не дает покоя наш Миша. Где его улыбка? Конечно, этот Миша может нам сейчас объяснить, что ни хрена не мы тут модные и красивые. Но мы же все же попытаемся. Да ёб твою. Да чё с хитбоксом? Так, шерстяной, иди нафиг. Так, Миша там уже угомонился, что ли? Так, ладно, не будем спускаться. Мне кажется, там мы сейчас... Миша. Ну окей. А мы тебя унести не можем, не? Ну и ладно. Так. Конечно, стрелы я в него всадил. А только две штуки отдали. Вы издеваетесь. Так. Пойдем со мной. Ну и ладно. Как бы волка забрали, медведя забрали. В целом нормально. Ныкаемся к себе. Там где-то шерстяной идет, я видел. Так, кабанчика мы разделаем. Тут у нас уже кое-что имеется. Так, шерстяные. Ты куда побежал такой бодрый? Так, с шерстяными мы, в принципе, справимся с такой стрелой. Лезь. Пошли со мной. Там вот где-то я видел еще одного шерстяного. Но он куда-то убежал. Опять я дверь забыл закрыть. Но надеюсь, нас предбанничек спасет в этом вопросе.
Так. Создать. Отлично. Так. Сюда все складываем. Особо полезное и ценное. Нам столько мяса, блин, не нужно от слова совсем. Так, скушать. Ну, не знаю, обновим. Просто чисто обновим. Так, деактивировать пока что временно. Тебя что? Тебя тоже деактивировать. 40 забираем, кое-что остается. Так, технологичный верстак. Создаем. Прекрасно. Ага. Давайте тут поставим. Наверное, лучше с этой стороны. Почему? Потому что, хотя какая разница, тут тоже стена. Ну, хотя сюда все-таки, если просто какой-нибудь зверь придет, то ему просто будет дольше идти. Так. Тут мы уже дохрена всего умеем делать на самом деле. Нам теперь нужно собрать вот этот вот костюм. Нам единственное, что нужно, какой-то хренолеонной бокситной смолы. Кстати, 56, пожалуй, мы немножко восстановим себе стрел, ну, просто, как бы, я думаю, это выгодно нам будет. Угу. Хоть и почти все кости на это испоганили. Так. Кто здесь ходит, блин? Шерстяные, шли бы вы своей дорогой. Ты кто там беспокойный такой? Я вооружен и в целом опасен. Так, ладно, ныкаемся сюда обратно. Закрываемся пока что. Так, что мы тут социально полезного можем сделать? А, во-первых, флягу из стали. Но, блин, это дохера. Это я тоже надумаю, нам как бы не сильно надо. Хотя можем сделать. Биотопливо тоже интересно, но не очень. Бур. Я не знаю, нужен ли он нам будет, не нужен. Ну, блин, до платины нам идти, как до Китая. Ну, хотя не очень, да? Тут просто бетонная печь. Для нее нужна будет бетономешалка. А это еще 20 слитков. Ну, там у нас еще есть, в принципе, как бы... железо, но тем не менее. Так, платиновый нож мы делать не будем. 4 веревки... Ладно, веревки это фигня. 8 эпоксидки. 24 эпоксидки. 28 эпоксидки. 30... Так, 28 это 36. 40 эпоксидной смолы нам надо. Так, чтобы собрать 40 эпоксидной смолы, нам нужно либо хренолеон костей. Так, давайте. Стоп. Надо починить лук. Потому что, к сожалению, мы в походных условиях чинить не можем. Теперь можно вот это на максимум создать. Так. Древесный сук. Сколько мы сейчас сможем сделать? Максимум 5. 5 это, блин, еще 35. Так, ну тут, видимо, максимум древесного сука. Собираем, да? 25. что кончается? Древесный сук. Древесный сук, мы так обещали, что еще можем сделать, да? 34, то есть 6, но это уже немного. Ладно, я сейчас пойду дофармлю всякого и вернусь. Я кое-что нафармил. Сейчас попробуем таки продолжить собирать наши шмотки.
подбирал слово. Блин, ягод как-то подозрительно мало. Там попутный дождь у нас начался. Так, это пускай дальше тут тушится. Не знаю за кем, но пускай. Так. Еще раз. Стоп, как починить не могу. А, ну да. Я его только тут могу чинить. Ну да ладно, это не беда. Так, нам нужно 4 бокситки. В принципе, 4 бокситки можно вот из этого всего соорудить. Создать. Так, и бокситка 38. Стоп, почему 38? Я же 40 хотел. Почему не хватает до 40? Кстати, не то, что слишком надо, но... Так, ладно, 2 создать. Это сюда. Так. А что нам не хватает? Веревок нам не хватает. Для полного счастья. Давайте сюда закинем всякого. То бишь... 120 всяких травок. Еще 180, короче говоря, 400, предположим. 500, 600. Короче говоря, вся, что есть, все сюда. Вот так. Точно хватит. Эпоксидку сюда закинуть. И нам нужно сколько кожи? 20. 28, 48, 50, 60. Ну, то есть вот так вот вообще за глаза. Ну, давайте вот так, чтобы наверняка хватило. Так, морковку. А ну-ка, а морковку мы можем приготовить? Можем, прикольно. У нас сейчас будет морковка. Жареная. Так, теперь нам нужно... Вот а сколько веревок я? Вот как бы... Зачем считать веревки, правильно? Так, 4, 10, 10, 16, 20 веревок. Так, ремесло. Веревка. Так, не, нам столько не надо, нам надо 20. Создать. Не быстро делается. Давайте пока за морковкой последим. Что у нас? А, морковь нагрели, огонь. Что дает? Или она... Отдельный баф, отдельный. Заряд скушал. Ну, ладно, пускай будет. Как бы жить сильно не мешает. Так, давайте пока у нас готовятся наши веревки, будем потихонечку готовить наши одежки. Так. Туловище. Перчатки. Штанцы какие-никакие. И ботинки. Так. Теперь мы сейчас будем плюс-минус... Стоп, что не надевает? Да почему два раза кликаешь, оно туда не падает? Туловище, штанцы, перчатки, ботинки. Так, это можно уничтожить, оно нам не сильно надо. Так, два кислорода. Два кислорода давайте поменяем на кислород. Сюда, ты сюда. Как раз, наверное, сейчас две штучки туда и закинем. Все, шикардос. Так, морковку сюда закинем. Наверное, оставшиеся мы... Тут где-то у нас веточки были. Говорится, нельзя замыкал. Нет, максимум. Многовато, да? Ну, ничего страшного. Намного мне не хватает. Так, сюда... Починить, починить. Починить. Так, это оставим. Это сюда выложим. Так, кости пускай будут. Это сюда закинем. Ниточки нам, не знаю, за кем-то пригодятся. Кислородок кусочек сюда засунем. Мех, блин, вот плохо, что из меха ничего не сделать. Стоп, из меха. Из меха надо сделать. На будущее чего не хватает? Да капец, того не хватает. Что за жизнь? Так. Палочек. Вот на самом деле могли бы сделать так, что... А куда я палочки делаю? Вот палочки. А чтобы если ты, кстати, заходишь,
что вот этот Вейскрафт, он был тоже доступен. Ну, было бы логично. Так, мы это пока что выложим, да? Потому что неизвестно, когда мы еще куда пойдем. Так, хорошо. Здесь нам что нужно? Платиновый нож мы не сделаем. Канистра нам не сильно надо. Может быть и понадобится, но не сейчас. Железную кирку можем намутить. Не знаю, насколько она выгодна. Плюс-минус. Вот железный нож нам точно пригодится. Железное копье? Возможно. Железный нож у нас плюс-минус, наверное, все есть. Так. Иди сюда. Кстати, у нас тут, да, еще железо заныкано. Но мы его пока не будем транжирить. Просто как бы потому что. Так. Шкурки. Все, я повыкладывал. Ну, кинжаль железный просто, если что, поможет нам отмахаться от злодеев. Ну, постольку поскольку. Так. Нет, не сюда. Нам нужно там... гвоздиков чуть-чуть. Да. Нам нужны там были шкурки. По-моему, деревяшка нужна была. И все. И все. Да, кинжаль. Так. Копье я не знаю. Стеной нож... я думаю, выложим. Если что, мы его просто на коленке себе скрафтим. Это у нас не проблема. Так, железо обратно верну. Сюда вот это закинем, просто чтобы было. Так, нам нужно что? Блин, почему они как-то выглядят срато? Нам надо довольно далеко идти, вот сюда. Мы, в принципе, плюс-минус готовы. И можем, по большому счету, туда выдвигаться. Забрать с собой спальник. Забрать с собой плюс один кислород. Вот так вот заберем. Ремесло. Ой, нет, не ремесло, снаряжение. Нам хорошо бы докачаться до следующего уровня. В идеале бы. Это было бы в идеале. Так, тебя мы деактивируем. Ну что же, в принципе, мы готовы, походу. Плюс-минус. Там, если что, мы себе сварганим как бы на какую-никакую хибарку, чтобы переспать. У нас плюс-минус день. И даже не отравились. Ну, единственное, что, наверное, можно дополнительно взять миска, чтобы было что кушать. Чтобы, если что, отрегениться. Так, разделить. 5 штучек просто ставим на случай, если вдруг у нас что-то пойдет не так. Даже вот так вот это сделаем. Там даже не будем так делать, нам этого хватит. Ну, испортится, так испортится, ладно, топку. Шерстяной, блин. Здорово. Да блин. Почему, как бы я куда-то не скликаю, не понимаю. Что это все тут лежит? Нафиг оно мне с собой не надо. Еще раз починить вот эту штуку. Так, все. Как говорится, вздрогнули. Куда нам надо? Нам, ну, первая точка вот тут. Я не знаю, что нас там ждет. Просто ли мы заберем ее? Так, давайте вы все просто как бы, ну, до меня не будете доматываться. Так, камешек. Ой, Миша. Или это не Миша? Ну, просто пустим его на всякое. На тот случай, просто если нам будет необходимо там где-то что-то приготовить себе. Так, ребята, держите себя все в руках. Как бы нам много проблем не надо. Самую малость только, если... Бизон нас вроде не сильно волнует. Да? А что вы делаете? А что с вами? Что-то здесь толпа бизонов.
кстати говоря, мы могли бы их захотить. Давайте скушаем. Подозрительно до хрена бизонов. Так, куда нам надо? Куда-то вот туда. Каков шанс, что мы без приключений туда дойдем? Так, кабан. Давай тоже как бы... Как-то без нервов, да? Я иду своей дорогой, ты там где-то своей тусишь. Кстати, а из бизона же, наверное, можно добыть какое-нибудь мясо вкусное. Ну, да ладно. Можно, может быть, и можно, но нам это не сильно надо. Вот, блин, ягодок предательски мало. Да? Ой, сейчас не хочется тут профукать уровень. То есть нам... Это что такое? До уровня буквально там 0,1. Ну, по большому счету, не сильно жалко, но с другой стороны, вот при получении сейчас уровня, по идее, нам должны будут дать талант, который нам позволит... Так, тыквы. Пес с ними, с тыквами. Дать уровень. Ой, не уровень, а изучить самонаведение. Вот я не уверен. Хорош ли это мысль, самонаведение? Так, у меня есть одна мысль. На случай, если вдруг... О, ягоды. Если до нас решит тут мотаться. Мы сейчас себе кое-что соорудим, более-менее простое. Угу. А мы на него, кстати, может, мне не надо все было сооружать? Так, стоп. А, я могу вот так запрыгнуть, да? Интересно, до меня здесь кто-нибудь достанет? Ладно, давайте. Что такое? Деталь устройства. Ирак? Кто здесь? Мне кажется, ты или это Миша? Так, вторая деталь вот здесь. То есть мне... Да, вон туда, что ли? Нет, вон туда куда-то. Миша, ты куда делся? Так, сейчас темнее там ходят. Что-то делаем. Можно сразу приготовить себе на дворик. Чтоб потом просто... Так, Миша. Слушать. Давайте еще заварим гриться. Вообще, наверное, с собой надо было бы взять. Насколько, блин, это была классная идея. Седьмой Мишка мог быть опасен. Он мог объяснить, что мы вообще ни разу не правы.
Угу. Так. Одна такая штука. И одна дверь. Все, в принципе, нам особо больше ничего не надо. Так, если что, с этой мыслью мы можем переспать. У нас теперь как бы есть все для хатки. Нам сюда, потом сюда. Ну, пойдемте, чё. Олень. Да чтоб вас. Ну, хотя, в принципе, это понятно. У меня теперь как бы маскировка хорошая. Чисто на опыт. Да, килкам, выключайся. Так, блин, как нам туда уйти? Единственное вообще, что стоило забрать, это все-таки технологичный верстак. Вот серьезно. Я надеюсь, сейчас заберем уровень. Все, отлично. Так, таланты. Бой. Самонаведение. Ну, я хз, насколько это была классная идея взять эту фигню. Блин, то есть мне что ли сюда куда-то надо идти, да? То есть как-то вот так пройти. Без дураков я, пожалуй, наверное, вернусь за технологичным верстаком. Я сейчас сбегаю за верстаком и вернусь. Ну что же, я сбегал за всяким, то есть непосредственно за технологичным верстаком и наковальней. До дому, до хаты. И, в принципе, мы готовы двигаться дальше. Я не знаю, насколько было умно идти с... деревянными постройками в зиму. Ну, хрен знает. Потому что... Ну, нам, наверное, как-то так надо идти. Потому что другую... Твою мать. Снежная буря. Так, а снежная буря везде? Или только там? Только там, да? Так, разработка Ларгаса. Да, ништяк, я тут. Так, олень, иди нафиг. В Арктику, и нам нужно как-то вот так обогнуть, да? Я понял, что тут жить нам не очень хорошо будет. То есть, получается, нам нужно в идеале пережить эту бурю где-то. В какой-нибудь пещере. По-моему, это Миша. И, по-моему, белый. А... По слухам, я слышал, что они люто свирепые. А чё так тормозит? Так, нам уже херово. А пещера здесь где-то есть? Так, буря вроде бы должна скоро кончиться, да? Так, снаряжение. Скушать? Скушать.
Нам бы пещерку бы. Просто, мне кажется, такая буря нас... Наш домик разнесет вообще в хлам. Да ёб твою. Иначе нам крендец. Так, а я могу сделать себе ремонтный молоток? Да, могу. То есть, как бы, вообще в идеале надо было каменные постройки делать. Потому что деревянный дом это плюс-минус. Но не особо классно. Угу. Вьюга кончилась. Так, вернуть копье обратно. Так, двинули. Да, это было стрёмно. Так, нам вправо сюда надо будет забрать, либо сюда. Не знаю, наверное, сюда вначале надо. Еще раз попасть в такую бурю не хотелось бы. Интересно, это кусочек где плюс-минус что-то адекватное или плюс-минус что-то неадекватное? Так. Вроде как полегче. Так, ладно. Продвигаемся дальше. Ну, вроде как где-то по курсу у нас. Я, кстати говоря, на медведя не стал нападать, потому что на белого там, которого увидел, потому как не хотелось с ним махаться. И на самом деле правильно. Кстати, я там уже пару раз попробовал навить самонаведение. Оно работает на самом деле как-то странно. То есть, с одной стороны, вроде бы стрелы должны, наверное, как-то попадать в цель. Но они как-то работают, не знаю, для меня не совсем адекватно. Так, хорошо, что мы себе скрафтили сет. Так. Буран. А мы до сих пор себе не нашли прибежище. Да? Нам бы пещерка бы, вот прям была бы в тему. Так, а эта штука где? Вот где-то прямо, да? Вроде бы перепрыгнул. Так, буран уже прям где-то совсем
Так, эта штука... Прям где-то здесь. Но мы, пожалуй, построимся. Так. Да, без окон, без дверей будем. Но зато как-то в домике. Так. Починить. И следим за прочностью. Потому что без должной прочности нам тут настанет трендец. Да, каменная постройка нам бы прям помогла, на самом деле. Прям без дураков. Все на месте. А где ящик? Ящик где-то тут должен быть. Но я тут кого-то слышал. Так, блин, а что убрать? Камень. Угу. Так, следующая фигня. Вот тут. Так, а мы-то где, блин? Да, вот туда куда-то нам.
Надо, блин, валить отсюда к херам собачьим. Я уже начинаю немножко жалеть, что я... Ой, не в пустыню пошел. Хотя хер знает, мне кажется, там тоже как бы не все, слава богу, будет. И не исключено, что имеет смысл какой-то зимний сет вместо вот этой охотничьей фигни. Хотя, вот тут вопрос открытый, что лучше, а что хуже будет. Так. Потому что, если тут будут всякие медведи, еще кто-то, то я вот не исключаю, что пройти незамеченным мимо медведя, это куда выгоднее, чем... Так, кстати говоря, пещера. Мне не туда случаем? Нет, мне куда-то сюда. Это не она там вон виднеется, коробочка? Наверное, она. Успеем мы, если что, вернуться в пещеру? Не знаю. Вопрос вообще, куда нам нужно будет. Вернуться на шаттл или куда-то еще попасть? Так, чё, куда нам? Так, кажись, она. Давай, идем. Пока тут не началось опять что-нибудь. Так, мне что-то надо будет выбросить. Ну... Наверное, костяное копье. Потому что... Хотя... Ладно, костяное копье, потому как у меня есть нож. Так. Допустим. Так, я понимаю, она выпускает... Break it up. Settle the weather patterns up here. Допустим. I'll believe it when I see it. Как ее собрать? Нет, не так. Там где-то я видел пещеру. Пойдемте в пещеру. Так, куда мне? Хрен знает, куда мне. Соберите устройство. А как мне его собрать? Нет. Так, ладно, нам в любом случае надо дойти до пещеры. Там единственное, что, блин, мы можем простудиться, но... Лучше простудиться, чем, блин, помереть. Да, бежим. Надеюсь, там никого нет. Потому что встречаться с медведем мне бы не хотелось. Пошла нах. Штурм закончился. Я тут пока сидел, посмотрел. И увидел, что собрать ее можно тут, а не в верстаке. Просто в ремесле сюда заходим и собираем этот девай. Уничтожение. Так. Thank you.
Так, все собрал. 4, пол, крыша. Отлично. Единственное плохо то, что пневмонию схватил. Вот это плохо. А где установить? Просто прям тут? Так, установить, активируйте парирователь над землей под укрытием на леднике в Арктике. Еще раз. Установите, активируйте прерыватель над землей и под укрытием. Так, но это ледник же, да? Так, снаряжение. Деплой. Так, деплой. Такой деплой. Так. Мы в укрытии? В укрытии. Деплой. All you gotta do now is turn it on when the storm's hot. Теперь дождись, когда буря разойдется как следует, и включи эту штуку. Ну, окей. Предположим. Так. Я думаю, стоит разложить костер, чтобы... Так, тут мы его не разложим, но... Вот здесь вот он вполне вроде бы встает. Так. Разделить. Положить, активировать... Скушать. Хотя тут, наверное... Угу. Снежная буря, окей. Вот то, что у нас пневмония, это вообще не в тему. Есть шанс, что мы просто не сможем чинить. Да, то есть нужно было прям делать каменные постройки и жить в счастье. Так, установите, нажмите для взаимодействия. Нажал. Так, ну вроде бы включил. Не поднимаю. Так, 1%, все, пошло. Да, с каменной постройкой было бы все значительно проще. Просто в разы проще. А сейчас из-за пневмонии есть шанс, что мы немножко не справимся. Не, ну должны, по идее, справиться. Как говорится, обязаны. Так, а если мы поставим тут еще факел? Хотя, блин, есть шанс, что мы сожжем себе хату. Не хотелось бы. Так. Как говорится, ждем-с. Или это можно было сделать в пещере? Не, ну над землей. А пещера это явно не над. Так. Стабилизирует оно погоду. Это хорошо, еще мы как-то одеты. Потому что если мы были бы сейчас не одеты, то нам бы пришла жопа. Так. Да. Сейчас, если мы схватим обморожение, вообще не факт, что
нам будет хватать выносливости на починку. У нас, в принципе, есть немножко дерева на то, чтобы сделать новое. Но ключевой момент именно немножко. Так. Живем понемножку. Сраный диавай. 30%. А нам нужно будет ждать следующей бури и опять тут выживать. Или нам хватит, твою мать, вот этой бури. Как стрёмно жить. Так. Как все не классно. Да. Только оно, блин, сломалось уже до того, как я починил. Так, пневмония, давай, проходи уже. И без тебя тут нелегко. Так, 40%. Такое впечатление, что придется... Ага, так, а. Это мы сейчас починим. Так. Давай, давай, пневмония, пошла вон. Блин, 46%, то есть тут придется еще тусить какое-то время. Угу. Так, дверь полностью нормальная. 46%. Сколько? 51%, то есть нам и ждать следующей бури. Ладно, хавка есть, в принципе. А вот с водой, не слава богу. А как нам? Так. Снега я могу набрать, окей. По идее, снег как-то, наверное, можно... Так, так, тихо, не сгори. Переделать. В воду нет. Нет, так не работает. Так не работает. А как мне теперь... Так, положите рядом с костром... вместе с емкостью для воды. Окей, надеюсь, сработает. О, работает, отлично. Так, пойдемте тогда займемся полезными вещами. Наберем снега, веточек, хренеточек. Так. Отлично. Да, я тут еще видел где-то деревяшечки. Они нам явно пригодятся. Это удачно, что можно плавить в костре снег. И удачно, что у меня есть бурдюк. Потому что без бурдюка нам бы тут был бы звездец. Так.
ныкаемся. Так, нам... Так, попить. Наполнить еще. Сожрать. Так, починить. К нам идет шторм, 76%. Не сказать, что классно, но плюс-минус. Так, хорошо. Так, снаряжение. Сюда. Кислорода у нас еще есть. Так, снег просто так не плавится. Отлично, нормально. Так, что ты там пищишь, зараза такая? 81%. Надо пережить эту бурю и отсюда нахер валить. Потому что мне тут не нравится. Так, 84%. По идее, должно как-то завершиться довольно удачно. Плюс у нас, ну, хотя бы какое-то... Блин, что так холодно? Вроде бы туда-сюда, но минус 19, блин. Так. Ты стабилизировать погоду будешь или нет? Холера ты такая. Так, 10%. Да. Надо было до каменных построек идти. До них было, блин, хрен да ни хрена буквально. Бетономешалку я бы построил там, ну, без проблем. Так, 93%. Ну чё ты, чинить будешь или нет? Или так и будем глупостями заниматься? Так. Ну, без пневмонии плюс-минус мы должны будем справиться. Хорош нам крышу ломать. Так, тут нормально. Ёб твою. Сука, как страшно жить. Так. Вернитесь к челноку. А где погода хорошая? Простите. Херасе. Так. Я не знаю, что там, клир или не клир, но буря по-прежнему идет. И я не наблюдаю того факта, чтобы она пропала. Зараза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, нас обманули. Так, а эту херню мне надо тут оставить или что? Или как? Или где? То есть мне нужно просто вернуться, да? То есть даже если я погибну, то в принципе... У меня задача будет выполнена, так? Или нет? Потому что уровня у нас немного. Как бы не сильно жалко.
хорош уже как бы бушевать. Давайте мы немного водиться себе накупим. Так. Давай, давай, восстанавливайся. Чего? Там еще одна буря идет. Да вы издеваетесь. По-моему, они издеваются. Просто там, по-моему, еще молнии идут. Кстати говоря, будет неловко, если мне надо будет его с собой унести, а я его сейчас не возьму. Так. Иди сюда. Так, кислород у нас есть, у нас там еще целый баллон. Так. Нужно мне эту херню забирать? Нет. Но не написано, что надо забрать. Написано, что вернитесь к челноку. Сейчас он там вот фигня-то пройдет. И мы двинем отсюда нафиг. Так, скушаем кусочек. Так. Да, народ, то есть, если будете потом проходить, не поленитесь, дойдите до каменных стен, они вам помогут прям тут очень сильно. То есть геморрой вот с этим вот молотком будет сильно меньше. Причем, как бы, их можно сделать на несколько таких вот вещей. Кстати говоря, нам бы поспать в идеале. А я смогу тут разместить? Ну да, смогу. Так, нам нужно просто поспать, да? Да, просто поспать. Так, собрать с собой. Так, вроде бы все, да? Ну, слушайте, я хз. Нам нужно еще 200 секунд надо дождать. И вот забирать это с собой, либо оставить тут, я вот даже не знаю. Вопрос открытый. Ладно, я его оставлю тут. Бегом сейчас туда побегу, потому что даже если я умру, по большому счету, все равно. Потому что, как бы, ну, я окажусь на челноке. Но будет тупо, если мне его с собой надо забрать. Так, давай. Блин, 200 секунд обморожения, это дохера. Добежим мы без этого дела. Что это дает? Скорость передвижения, восстановление выносливости, потребление воды. Ну... Так, мы ж, блин, в ту сторону идем. Да, нам, по-моему, сюда. Я надеюсь, что погода не испоганится, мы успеем... Ёбана. Тихо.
Давай, Миша, мы с тобой разойдемся, как бы, как в море корабли. Потому что у меня что-то сейчас по выносливости не все хорошо. Так, где этот Миша? Ладно, фиг с ним. Просто побежали нахер отсюда. Хотя он, может быть, нам помог бы отправиться к челноку, но я не уверен в своих действиях, поэтому мы побежим просто бегом. Надеюсь, они нас не обманули насчет того, что эта херня чинит погоду. Потому что если эта хренобура погоду не чинит, то у нас проблемы. Прям проблемные проблемы. Так, тихо, выносливость. Белый Миша, конечно же, на фоне белого снега. Собака такая не виден. Ну и еще в идеале с собой брать какие-нибудь бобы там. Ну, не знаю, не бобы, приготовленный кабачок. Ну, что-то, что даст третий баф. Потому как третий баф был бы в тему. Так, я бегу. Да, вроде туда, куда надо. Я слышу где-то Мишу. Но не вижу. Ну-ка. А когда я, блин, не вижу Мишу, это, блин, может быть опасно. Так. Копим выносливость, чтобы, если что, сделать марш-бросок. Вроде бы пока что. Хорошо, что тут еще всякие деревяшечки разбросаны. Так, где мы тут? Конечно же, вот значок, особенно на белом фоне, я не знаю, с цветоподбором у дизайнеров какие-то были проблемы. Так, Миша, мы друг друга не видим, расходимся просто в разные стороны, как в море корабли. А какого ты уровня, Миша? Не то чтобы мне это прям сильно надо и очень интересно, но... Просто, блин, может, я тебя бы и завалил бы. Ну. Какого? Откуда звук, Анжелика? Так, чешем отсюда нахрен. Просто сваливаем без затей. Вот значок виден просто. Забей. Я не знаю, вот что текст, которым пишется там, когда, ну, кто там наш координатор, или кто он там что-то там вещает. Что значок. Так, еще один Миша. Мы бы этих Миш могли бы настрелять бы, мама не горюй. Не, не будем мы экспериментировать. Мы просто пойдем мимо. То есть, как бы, если он нас не видит, мы сделаем, что вид, мы его не видим, да? То есть, по принципу страуса. Спрятали голову в песок, и типа никто никого не видит. А вместо страуса это просто какое-то там растение. Так, мы почти сбежали из этого, блин, ледяного котлована. Интересно, а нам там домик наш раздуло, или он там остался целым? Вот вопрос открытый. Так, снаряжение. Скушать, скушать. Да, то есть одного баллончика нам кислорода
хватило фактически на туда-сюда сбегать. Так, кто здесь? А это даже не кислородный баллон большой, да? То есть это обычный баллон маленьких размеров. А большого кислородного баллона там хватило бы вообще, наверное, на просто на столетие. Ну, не на столетие, там часа на 3, на 4 бы вообще стабильно бы. Так, все, мы вышли. Тут должно быть как-то потеплее. Давайте. Все, выключайте этот чертов ветер. Плюс 21. Ну, а чем мы не отогреваемся? Так, нам нужно сюда и вон туда. Все, поструячили. И запишем для себя, что если мы видим перед собой на задании какие-то снежные приключения, то не морща лоб и в обязательном порядке развиваемся до каменных построек. Ну или бетонных, там уже по желанию, как говорится. Потому что с любыми другими постройками вот этот вот геморрой маханием молотком, это просто забей. Плюс температурный режим не очень классный, да? Так, ёпты. Миша, если насчет медведя, тот, который белый, у меня были сомнения относительно, стоит ли мне с ним драться или не стоит, то относительно тебя, бурый друг мой товарищ, у меня больших вариантов нет. Я вполне могу с тобой помахаться, но без лишней нужды не буду. Ха-ха. Просто сваливаем отсюда нахер. Да почему так рядом это слышно? Так, вернитесь к челноку. Ну, я возвращаюсь к челноку. А, хатка наша. Плюс-минус цела, кстати, вот. Вот почему она не самонавелась. Так, ладно, давайте сейчас найдем хотя бы одну какую-нибудь жертву. Так, давайте хлебнем. Так, и нам нужна какая-нибудь жертва. Кролик. Ну, блин, кролик, это было несерьезно. Давайте сейчас какую-нибудь жертву найдем. Жертва. Да вы, блин, издеваетесь. Так, челнок. Челнок у нас где-то там. Да капец, все куда-то разбежались. Да как так? Так. Да как, да почему? Да где все-то? Ну, я хочу в кого-нибудь шмальнуть. О. Ты прикалываешься? Ну вот тут, вот, то есть как это работает? Я не знаю, но, по-моему, этот перк говно. Ну, типа, да, то есть, вот, как бы он работает, но очень как-то странно. Так, я тут где-то еще видел. Или оно имеет шанс навестись? Как это функционирует? Да ешь твою медь, блин. Где вы все? Вот ни шерстяных, никого нет. Просто забей. Шерстяные. Ну правильно, суд, потому что. Сволочь такие. О. Вот коза. Ну.
Не знаю. То есть вот самонаведение это работает очень странно. Очень. То есть как бы да, то есть я видел сейчас, она подрулила эта стрела к цели, но неадекватно. Так, что скажешь? Задание выполнено. Все, можно возвращаться, прекрасно. Вернуться на станцию, валим отсюда нахрен. Так, продолжить. Ну... Не очень много мы тут всего выполнили. Не знаю, на что это влияет. Продолжить. Вернуться. Всадник без головы. Так, нам дали немножко монеток. Тут у нас ничего. Кстати, да, то есть тут вот патч вышел и сделали вот уровень сложности, бла-бла-бла. Давайте посмотрим, что у нас тут открылось. У нас открылась какая-то херня. Сканировать. Ну, то есть мы так и будем теперь ходить сканировать. Как-то неприкольно. Ладно, неприкольно, неприкольно, это полбеды. Нет. Дай назад. Это все фигня. Я думаю, мы дальше отправимся на постоянную базу. Потому что самонаведение прокачал. Мы прошли дальше и будем там развиваться. А сейчас я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.